Вот знаете, вот вы упомянули остров. Я, насколько знаю, 9 месяцев продолжались съемки. И вы... Съемки год, 9 месяцев только в Таиланде. 9 месяцев в Таиланде. То есть вы отсутствовали в течение 9 месяцев, при том, что это было, ну, как бы, восток только там появился там. Ну, мальчик. Уже не только, ну, 5-6 лет, по-моему. Ну, да. В смысле, он, ну, еще ребенок, для которого, вы же понимаете, что в 5 лет 9 месяцев это дистанция огромного размера. Это сейчас так годы как-то летят, а здесь вот он папу не видел. Вот это решение принимал Дмитрий Ульянов, он прочитал сценарий и сказал, я поеду в Таиланд. Или это обсуждалось на семейном совете? Вы с супругой прикидывали все плюсы и минусы вот такого хода? Ну, во-первых, я не знал, что это затянется на 9 месяцев. Mm-hmm. Я думал, что это, как мне обещали, будет максимум 2 месяца, и то приезжать-уезжать. Потому что, ну, это... Приезжать-уезжать в Таиланд, это, в общем, не так просто, учитывая... Не просто, но при том графике, по какому мы живем, ну, 10 часов лета, ну, да, ну, посплю, думает артист. Ну, ничего страшного, посплю, прилечу, поснимаюсь в другой картине и полечу опять туда. Ну, 2 недели там, 2 недели здесь, ну... В итоге получилось, что нет. 5 месяцев совершенно безвылазно и так далее. Конечно, тяжело. Они приезжали. Тяжело, безумно тяжело. Безумно тяжело. Я совершенно по-другому стал смотреть на моряков, подводников, я не знаю, на людей, которые уходят на 6 месяцев в свои эти плавания. Да-да-да. Это становится не пустыми словами. Плюс, когда ты живешь в другой стране, казалось бы, такие же люди, все тоже, все другое, кардинально другое, воздух другой, еда другая, ну, мир другой. Ну как, все завидовали, тропическая сказка. А все завидуют. Да, картинку высылаешь. Тропики, пальмы, там, да. Тайки. Да. Тайки. Это вообще, это, знаете как, ну там же лунатики. Ну да, лунатики, класс, да. Ну то есть это другая, для меня это была другая планета. Я не ожидал, что будет так. Я люблю путешествовать, люблю ездить за границу. Я думал, что я могу есть любую пищу. Мне очень нравится за границей. Я думаю, я могу жить во Франции, допустим, или там в Италии, да. Но я понял, что нет. Нет, тяжело. Особенно, когда ты... При том, что я не был иммигрантом. Мы не были иммигрантами. Мы вспомнили родину, поняли, кто мы, что мы русские. Странно, что вы там не запили. Вот, казалось бы, в такой ситуации уж точно. А там невозможно, там никто не пил, даже кто пил, там жарко. Это очень сложно сделать, чисто физически. Но главное, что результат хороший. Я считаю, что вот в этом ремесле главное, что результат. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.